Всем привет, с вами Галкипер, и сегодня мы распакуем гигантский подарок в честь 2 месяцев моим котятам. Вы знаете, вы наверняка смотрели видео на канале. Вот. Подарок вот такой вот у нас получился. Там трон, и там стоит тортик, который мы съедим в конце видео, после того, как распакуем подарок. Вот. И, ребята, это просто заслуживает лайка. Так что пока я переключаю вид, поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Итак, я пока переключаю вид. Надеюсь, вы все успели сделать. Если не успели, то сделайте, конечно. Итак, вот наш подарок. Это, вернее, коробка от него. Строила я сама с узелком, мне папа помог. А то я никак не мог узелок сделать. Вот он какой у нас. Внутри там везде факела стоят. Он из шерсти. Вот. Вот наш подарок. Вот узелочек от него. Спасибо папе, что он его сделал. Вот, ребят, все вот так. Все как-то вот так вот. Ай! Купа верит, что котятам уже 2 месяца. Так быстро летит время. Котятам месяц еще, наверное, просмотров 12 не набрало, а тут уже 2 месяца. Ну ладно, ребят, давайте распаковывать наш подарок. Давайте на счет 3. 1, 2, 3. Проходим. Так, факела не поломали? Не поломали. Давайте обратно заделаем шерстью. А потом мы вылетим через верх, если что. Так. Красная шерсть. Вот она. Так, и вот наш подарок. Это много-много тортиков, которые стоят, заметьте, на алмазных блоках. Блоках. Вот, ребята, вот такой подарок для наших котят. Вот. Извините, могут быть посторонние звуки некоторые. Так, ну вот. Это подарок для котят. Ну ладно, давайте все-таки через бок, а не через верх. Ой, выйдем. Уже не вылетаем. Так, закрыли. И давайте, как я вам обещал, в конце вместе с вами съедим тортик. Только я сейчас найду тот трон, который я себе строил. Вот. Вот он из алмазных блоков. Давайте взлетим. Ой. Ладно, ребят, давайте съедим этот тортик вместе. Ням-ням-ням. Надеюсь, вы тоже отрезали себе кусочек чего-нибудь вашего вкусненького. Едите сейчас, какой же вкусный тортик. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал. И также напишите в комментариях, понравился ли вам подарок. Вот прям так и напишите. Хэштег «мне понравился подарок». Хэштег «мне не понравился подарок». В комментариях напишите. И, ребят, давайте я сейчас подойду на алмазный трон опять. Не знаю, зачем я с него ушел. Так, вот он наш алмазный трон. Вот тортик мы съели. Надеюсь, все успели тортик съесть. Так.
Я сажусь, сел, вернее, уже переключу. Сейчас вот так. Так. Видео. Вид от третьего лица спереди. Так, ребята, как я уже говорил, если вам понравился этот видосик, поставьте обязательно лайкусик. Напишите в комментариях, понравился ли вам подарок. И также просто пишите идеи для моих следующих видеороликов. И пишите идеи, какие еще постройки мне построить. И, возможно, и напишите еще, взрывать их или нет. То есть, сделайте их сначала из TNT или нет. Будет интересно почитать. Ну что же, еще сказать больше нечего. С вами был Голкипер. Всем удачи и всем пока!